Вот здесь памятник павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. И что хотелось бы сказать здесь еще, то, что мы, может быть, привыкли, у нас в каждом городе, в каждом городке, вот в селах, почти в каждом селе, в каждой деревне есть памятник Великой Отечественной войне. Или погибшим со списком фамилий, да, или просто памятник. Мы к этому привыкли и не понимаем, почему так. Это важно. Наверное, уже не понимаем. Вот. А на самом деле это большое дело. На самом деле это огромное важности дело, огромное важности дело сохранять память о том, как оно все на самом деле было. Не то, как кто-то сейчас рассказывает. В особенности сейчас, если мы примем во внимание, что мы живем в цифровую эпоху, да, в информационную эпоху. В принципе, очень скоро вся информация обо всем будет храниться в цифровом виде. Люди настолько обленятся, они не будут проверять информацию в интернете, информацию в какой-то другой сети, которая придет на смену интернету. Вообще, цифровую информацию. А поменять ее и заменить ее, подделать ее, становится все проще и проще. То есть сейчас уже очень много подделок цифровых. Вот. А скоро их будет очень много. Ой, поскольку люди постоянно занимаются вот переписыванием истории, то те, кто действительно хотят получить хорошее образование и знать, как оно все на самом деле было, знать правду, как мы говорили, тем, конечно, людям очень важно вот какие-то вещественные, материальные чтобы были следы. Вот такие памятники, да, павшим, да. Очень скоро будут рассказывать, наверное, уже сейчас кое-где рассказывают, что... Ну, в общем, всякие небылицы рассказывают о Великой Отечественной войне, да. Я даже не хочу их сюда вставлять, как бы вы сами наверняка с ними столкнулись уже не раз. Вот. И хорошо, что у нас столько памятников, именно вот таких вещественных, материальных осталось. Это очень, очень, очень важное и нужное дело.